Восточной Пруссии, на берегу Балтийского моря. Там уже все немцев сгоняли туда, чтобы утопить их в море. Левее нас на Балтике воевала 5-я армия нашего 3-го Белорусского фронта. И где-то на рассвете еще непонятная стрельба в районе 5-й армии. Ракеты какие-то называются. Ну, обычно часто на фронте бывает такое. Контратакует, да все сразу, ушки на макушке. И мы не разберихи, пока еще наше политотдел и командование не дошло. И буквально, может, несколько, 7-5 минут, это такая неразбериха, началось ракеты взвиваться, прожектора по небу ходить. И все, а впереди еще все же немецкая передняя линия была перед взморьем. Тут ушки на макушке, каждый автомат, автоматчики, они всегда впереди. Мы-то, вот, немцев где-то 100, может, даже и друг раз меньше, передавая автоматчики и пехота немецкая. И потом откуда-то непонятно, машина, вот эта, которая агитационная, Ахтун, Ахтун, Ахтун. Думаю, что ж на немецком языке? Оказывается, это немцы своим подразделением объявляли, что Германия капитулировала, прекратить всякое сопротивление, сложить оружие и не вызывать никаких провокаций. Вот здесь у нас как-то в глазах и в ушах непонятно что. Смотрим на передовую, что немцы, смотрим на своих друзей. И потом эта же самая машина, может, другая, объявила. Война закончилась, подписан акт о некапитуляции. Вот здесь каждый автоматчик, вот в частности наш, как в том-то оцепенении, стоит, автомат держит. Потом автоматы все сложили, смотрим, что немцы там уже белые флаги выбросили. Тоже слаживать оружие. Вот здесь мы начали один другого качать, один другого целовать. Слезы с глаз не капали, а лились вот так ручьем, какое-то состояние вот такое. И не верится, что дожили ли мы Дня Победы? Каждый хотел щипнуть себе, что живой это или нет. И это продолжалось где-то, ну, часа полтора, наверное. Потом начали наши политсоставы собираться, объяснять нашим, что война кончилась. Начали конкретно рассказывать, что впереди. А этих переднюю, что немцы были, наши уже там специально были войска, строили, оружие убирали, сразу конвоировали их как пленным. И вот такое состояние, наверное, целый день было, к вечеру только все отлегло. Так что победа встретилась, это вообще неимоверно, неимоверно. Другой такой радости я не ощущал за свою всю жизнь, и, наверное, не будет ее.